На священную землю Узбекистана идет Навруз. Долгожданный и неповторимый по своей красоте волшебный праздник, один из самых древних на планете, имеющий глубокий философский смысл. Согласно народной традиции, его, как приход Нового года по восточному календарю, отмечают в каждой махалле. Следуя старинным обычаям, люди наводят порядок в домах, благоустраивают участки, сажают цветы и деревья, варят сумаляк, проводят спортивные состязания, восхваляют весну и родную землю в песнях, стихах и танцах. Навруз идет, и все ему рады. Жители Махалли Намуна совместно с представителями трудового коллектива Алмалыкского горно-металлургического комбината на прошлой неделе организовали ряд праздничных мероприятий. Одно из них – Кубок Навруза 2020, состязание по мини-футболу среди молодежи, стартовало 12 марта. В церемонии открытия приняли участие советник председателя правления АО «Алмалыкский ГМК» по делам молодежи Бекзот Салимов, начальник управления промышленного железнодорожного транспорта ГМК Бунет Курбанов, директор общеобразовательной средней школы номер 13 Назира Абдурахманова и активисты Махалли. В соревнованиях по мини-футболу приняли участие 8 команд. В этот же вечер активисты Махалли Намуна начали варить главное лакомство Навруза – сумаляк, которым на следующий день угощали всех участников праздника с пожеланиями здоровья, процветания и счастья. Весенняя традиция, ушедшая корнями во глубину веков, собрала у костра женщин Махалли, которые, готовя сладкое явство, настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, так необходимых людям весной, напомнили подрастающему поколению важность сохранения народных обычаев. В этой доброй традиции приняла участие психолог Вилаят Давлетова, которая за чашкой чая поговорила по душам с женщинами Махалли. В ходе беседы психолог отметила, что одной из главных проблем современности является сохранение семейных союзов, сокращение числа разводов, важность передачи опыта наших бабушек в вопросах регулирования отношений между супругами и старшими родственниками. Празднование встречи Навруза в Махалле Намуна продолжилось церемонией награждения победителей соревнования по мини-футболу «Кубок Навруза 2020» 14 марта, в ходе которой председатель правления АО «Алмалыкский ГМК» Абдулла Хурсанов поздравил жителей Махалли и работников комбината с наступающим праздником, а начальник управления промышленного железнодорожного транспорта ГМК Бунет Курбанов вручил подарки молодежной команде «Дуслик», ставшей победителем турнира по мини-футболу «Кубок Навруза 2020». В этот же день были проведены соревнования среди молодежи по национальной борьбе «Кураж», которая тоже является одной из многовековых традиций узбекского народа. Навруз идет на родную землю, вселяя в сердца каждого из нас радость, любовь и добро.